Что с этим Майнкрафтом не так? Почему лодка из воды, а вода из лодки? Зато этим осьминогам нормально, я считаю. Ну а чё б в дереве не поплавать? Сейчас проверим. Ай! Это была не самая лучшая моя идея. Каркар! Замечательные и прекрасные! Я Данкар, а это проклятый Майнкрафт! О боже! Я вижу хейтеров! Почему вас так много? Петухи! Просто посмотрите на это! Богдан, это я украл твой аккаунт в Brawl Stars! Фигня! Дизлайк! Отписка! Всех уничтожил с взрывной волной. Ква. О, да это же алмазные блоки вместо ног. Мир какой-то странный. Погодите-ка. Это не Майнкрафт, это Роблокс. Ах ты самозванец, а ну уходи. А ну уходи, тапком буду бить. Буду бить тапком, уходи, я тебе сказал. Вейдер! Что? Ой, тапок порвал. Я тапок порвал. Ох и дурак, блин. Мой драный тапок. Слушайте, реально как... Так, а ты что, еще не подписался на канал? Не надо так. Я говорю с тапками, блин. Подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. Кнопка красная, если у вас. Нажимайте ее, чтобы она стала серой. Мы здесь любим новичков, так что давайте, подписывайтесь. А теперь все вместе ставим лайки. Тыкайте лайк за 3 секунды. Давайте, раз, два, три. Пять. Поставили лайк? Спасибо большое. И ква. Если честно, схватив жопный инфаркт. Свинья крипер, крипера свин, крипа свин, свинипер. Свинипер. Страшное создание. Я б с таким в поход не пошел. Господи боже мой! Изыди, тварь! Что это такое? Это даже не монстр, это даже не чудище, это... Свинюдище. Чего? Это, блин, что? Ребята, которые делают Майнкрафт моды, чуть-чуть странные. Ребята. Чуть-чуть! Что это такое? Это свинья спрут, свинья осьминог. Достаточно. А! Свиновук! Пауки! Блин, какой он страшный! Просто посмотреть на это... Как я. Страшный, как я. Господи, ну какая же гадость просто. Ну вы просто посмотрите на это. Это не паук, это фу. Это просто гадость. Фу. Бэ. А-а-а! Ну хватит пауков! Почему? О боже мой, эти лапы. Какие они... Фу. Фу. Гадость. Какая страшная картинка. Я не думал, что Майнкрафт может быть настолько страшным. А? Да вы что, издеваетесь, что ли? Три паука подряд, даже четыре, тут их двое. Что это такое? Как это работает? Я ничего не понимаю. Очки. Вы что-то понимаете? Нет? Вот и я ничего не понимаю. Ты видишь это? Я тоже это вижу. Я схожу с ума. Почему они разного размера? Что не так с лицом? Что не так с телом? Ква. Бахнув пельмени. Бахнув пельменев. Пельменев, если уж хотите на украинском, то пельмень на украинском будет пельмень.
Очень большая разница. Да, вот примерно так я выгляжу, когда приезжаю от бабушки. Бахнув пельменем. Фу. Боже, мне... У меня мозг ломается, когда я смотрю на это фото. Было бы чему ломаться. Ломается. Как это возможно? Почему рельсы так стоят? Почему кровать так стоит? Почему дверь так открывается? Что не так с этим сундуком? А что с этим поршнем? О боже мой. Ничего не понятно, но очень интересно. Ква. У меня есть очень много вопросов и очень мало ответов. Это ступеньки из сундука. Как и зачем? Я не понимаю. Дальше. Дальше. Так, стоп. Это уже выглядит на грани закона. Как это получилось? Нет, я не хочу знать, как это получилось. Не надо. Это корова... Стив. Что с тобой сделали, Стив? Му. А как по мне, все нормально. Му. Все хорошо. Хва. Когда твоя жизнь катится просто в тартарары, а ты такой, да нет, все нормально у меня. Кто сказал, что у меня проблемы? Да, у меня все просто отлично. Все просто зашибись. Это лицо. Мне кажется, это лицо видело все в этой жизни. И даже то, что не надо было видеть. Так погодите, он что, фермер? Это знаете, когда посадил, а ничего не выросло. И ты такой, все нормально. Хва. Стив, что же с тобой делает это видео просто? Не смотреть. Всем Стивам, которые смотрят это видео, не смотреть. А то вдруг еще и вы заболеете таким. Ну, это же страшная болезнь. Я даже не знаю, как от такого лечиться. Это свиностив. Свиностив. У него еще эта фигня, которая для собак на лице. Намордник, во. Да, Богдан. Словарный запас. Богдан! А как будет намордник? У него еще эта фигня, которая для собак на лице. Молодец. 10 баллов Гриффиндор. Сейчас будем тащить. Тяжелый такой. Комментарий дня. Чтоб туда попасть, нужно просто писать комментарий, и один из них попадет в следующее видео. Хва. Да уж, Стив сегодня чувствует себя как-то не очень. Как-то не совсем в порядке, скажем так. Бывали деньки и получше. Ну, Стива сегодня определенно укусило что-то не то. Встал не с той ноги, так сказать. Теперь это Гаст. Ленка и Светка, что же с вами стало? Хва. Я боюсь спросить. Что это? Что это? Тук-тук, кто там, Богдан? Мозг-то уже вышел, мозг уже мой не хочет это принимать. Это ненормально? Что это? Это житель Спрут? Почему он выглядит как табуретка, блин? Почему его ноги выглядят как табуретка? Живая табуретка житель осьминог. Да, отличное название, Богдан. Я к концу ролика точно сойду с ума, правда. Game Mode Creative. На самом деле оно примерно так и выглядит. Очень страшно выглядит. Господи, боже мой. Я хочу смеяться и хочу пугаться, когда смотрю на эту картинку.
Ква. Что ж, народ, не выключайте это видео, потому что тут, здесь, а также тут есть другие мои ролики, так что тыкайте, смотрите, что вам больше понравится. Ну а если все это уже вы видели, то просто заходите на канал и смотрите там более старые ролики. Давайте, всем удачи и пока, встретимся очень-очень скоро.